Здорово, чуваки. Чё, как вы там? Как вы там, потомки, как говорится? Я болел, да, для тех, кто не в курсе. Официально не корона. Вроде как. Ну, официально, пока что. По анализам, которые приходили, брали. Надо будет потом сдать антитела. Но есть подозрение, что все-таки она была. Ну, если не она, то и ладно, то и хер с ним. Короче, да. Попробую сегодня постримить пару часиков. Наверное, F4 погоняю и ну, игра на сабдей. Я же до конца не выздоровел. Кашель не прошел. Ну и плюс такая вообще что-то слабость. Да, надеюсь, в ближайшие дни все в порядке будет. Да. Надо возвращаться в колею стриминга. Обратно привыкать ко всему этому. Не было у меня, получается, сколько? Дней 10, да? Что-то типа около того. Было херово, да. Как посмотреть, что ты сказал? А никак. Только если я скажу, что было. Сейчас найду папку с ботом. Да, ральную игры. В конце стрима, наверное, ральную игры. И пойду готовиться к сабдею. Возможно, завтра проведу, если все окей будет. Сейчас скажу, Лалай, что-то. У тебя Little Witch Nobita заказано, если что. Да, здорово, чуваки. Всем привет, кто подошел. Спасибо большое всем за ресабы. Сорян. Вас там много. Спасибо огромное всем, кто ресабнулся. Привет, Никол, Нейт, Аксен, Айси. Мели, не смешной, Ной. Максик, Сули, плюс Бир, Стебенс, Мэйшин и все остальные, кого подпустил. Джили Конг, Мэдди Бист, Лолайт, Джулиан. Короче, всем привет, да, и Рэндалл тоже привет, и Экзотермик. Здорово. Что это? Я не знаю, что такое Лолайт. Я не знаю. Я не знаю, к сожалению. Будет ли Genshin Impact на сабде? Но если кто-то заказал, то будет. Да, нет, спасибо большое, не смешной, кстати, за огромный донат. Ты мне стрима закинул. Я сейчас ОБС включал. И мне в лицо были с алерт. Вот типа такого. И с возвращением Пыксла. И тебе, Ник, спасибо огромное за 500, спасибо огромное за поддержку. Спасибо большое, да. Да, чуваки, вы тоже не болеете. Если болеете, то сразу вызывайте врача. Это мой вам совет и врача, который ко мне приходил тоже. С возвращением, спасибо, да. И вам всем того же возвращения. Что за корона-то? У тебя возле Ника. Ты, походу, платишь за прайм, Айси. Ты в курсе, что с себя деньги снимают за Prime? Теперь, походу, в курсе. Это что-то вроде Souls-like мне понравится. Посмотрим, что выпадет еще на сабдей, собственно говоря. Сабдей, конечно, у нас откатился чуть ли не на середину месяца, получается. Давайте пойдем в Fallout 4. Я, короче, поставил в итоге мод на ускорение вроде как загрузок. Надеюсь, он будет нормально работать, без всякого кала, да? Посмотрим. Так, я уже забыл, что там в Fallout вообще. Еще предыдущий стрим закончился, кажется, на том, что... на том, что то ли инет упал, то ли трансляция. Что-то такое. Пацанов смотрел, просто не знал, что на Твиче как-то отражается. Ну... ты денег платишь, да, вкратце, если. Голова, кстати, валяется. А, да, на чем закончился стрим? На том, что я помер. Точно, я вспомнил. Я что-то пытался ее убедить. О, мне дали смайлик хайповоза уровня 1. Подождите, я должен поделиться. Ту-ту. И мне дали какую-то хуйню. Что это за кал? Да, великолепно просто.
Then what's this guy doing here? Скам тренера, да, да. А, да, у нас харизма, по-моему, толком не прокачана, поэтому... Поэтому все вот на этом закончится, потому что я выбрал вот этот четвертый вариант, и нас просто расстреляли. Можно, конечно, еще раз сейчас попробовать, посмотреть, что будет. Ну, давайте попробуем. Дарла, вроде этого у нас стрима не было. Ты спойзнан теперь? Это круто же. О! Прошло! Нихера! Gotten all mixed up. Darla, where are you going? Home, Skinny, where I should have been all this time. This is goodbye. Круто. Oh, come on, Nikki. То есть можно сейф скамить, по сути. Now you and your friend cost me my girl. My friend here just did you a favor, Skinny. You always did have bad taste in women. Now that she's not around to feed that temper of yours, maybe you'll see sense and let us walk. You still owe me for 2 weeks in the hole. Прошла стрим. Эпоха стримов с вебку. Да, все, этот самый. Аренда закончилась, чуваки. Пришлось обратно вернуть. Че он мне угрожает? А че, мне стрелять реально начнет? Я подожду. И что произойдет? 9. Ебать, реально стрелять начали. Да за что? Бля, реально считают и начинают стрелять. Вот же уебки. Да, актер отъехал, к сожалению. Так, ну ладно, ладно, так и быть. Я пошел. Раз говорят валить, я ухожу, да. Несколько раз давал второй шанс на фул прохождение, всем DLC всегда дропал. Четверку-то? Не, у меня был один шанс, у меня как бы этого было достаточно. В принципе. Ну и потом был второй шанс, время бесплатных выходных. И я как бы дропнул, да. Поиграв 2.5 или около 3 часов. Это я рассказывал вроде в прошлый раз, когда мы начинали эту замечательную игру. Я не знаю, как я ее пройду на самом деле. Че там вообще, чуваки? Были какие-то интересные релизы, пока я отсутствовал при этом скилла? Были какие-то крутые вещи? Или нет? Или ничего хорошего я не пропустил, в принципе? Never thought anything so naturally ominous could end up looking so inviting. Я так понимаю, Baldur's Gate из такого. You know where to find me anyway. Not many people knew where I went. PS5? Не, PS5 еще не вышло, это неправда. Genshin Impact. Ну да, Baldur's Gate получается третий, Genshin Impact. Презентация AMD, да, кстати, была, получается, вчера. Это такое тоже. Демп какой-то игры про животных. Про животных, да? Что же ты за штука, Ник? Давайте спросим. Кто такой Ник? Так, он синт. Then I opened up that little agency in Diamond City, and turns out people have plenty of problems to solve. Так где нужны такие люди, как он? Mention something about your son, Sean. А я человек? Может, я тоже синт? Это что, меня не спрашивали? Нужен ли нам такой чувак? Besides, I think you've earned a chance to sit down and clear your head. Diamond City, говоришь? You said Diamond City, right? Yeah, you know the way? Southwest a few blocks. Пройти тест Войта Кампфа? Страшно такое делать. Кстати, Blade Runner, говорят, на первом месте, да, у нас. Сейчас больше ничего не показывают в кино. Кто-нибудь ходил на Blade Runner? Я вот почти вообще никуда не ходил. Дом сидел. Показывай дорогу. Валентайнов день. Дали ачивку. И XP отсыпать. Блин, почти левый, кстати. Напоминаю, что вырубил вебку, потерял вьюверов.
Не понял, это еще сейчас угрозы какие-то, что ли? Брат детективного агентства Валентайна. Traveling in the Commonwealth as long as I have, you learn a few things. Time's up, asshole. Да кто? Мне угрожает кто-то. Рейдер псих. А как к нему попасть-то? Ой, нет. Это нечестно. Легендарный рейдер. Я уже играть разучился-то. Дайте в голову. Пил. Пил. По знакомым, с которым каждый день виделся с ковидом, дома сидя. Ну, у меня, видишь, не подтвердилось официально. Хотя у меня взяли анализ-то через неделю. После того, как я заболел. Уже, можно сказать, почти выздоровел на тот момент. О, уровень 8, кстати. Короче, я так понимаю, лучше, конечно, Fallout как-то побыстрее. Блин, подожди, там легендарный был. Там легендарный дроп должен быть. Блин, дверь на цепочку. Расскажи, чем лечился? Да, антибиотиком, на самом деле. Мне еще назначали, короче, какую-то хуйню, которую лечат малярию лечат, короче. Я ее пить не стал. Здорово какой-то. Спасибо большое за ресап. Да, короче, я ее пить не стал, потому что там какие-то жуткие побочки на сердце. И плюс еще... Короче, доказано, что она нихуя не делает, на самом деле. Какой антибиотик? Азитромицин вроде как называется. А! Блять, какая там кнопка? Я забыл, F. Да ебать, 0. Симпак. Не убивайте. Какой же Fallout 4, Калорус, пиздец. Да я должен его проходить. Да, сранит малярии мало того, что вредно, так она еще и... Ой. Так она еще и нихера не помогает, на самом деле, при лечении короны, собственно говоря. Но, видите, у меня же не подтвердили, так что... Здорово, Зек. Официально я ничем не болел, так что... Все... все здоровы. Просто, просто простуда, конечно. Именно она у меня была. Очищенная вода. Немного помогает, когда совсем трудно дышать. Но у меня было такое, что... Что тяжело... Тяжело было дышать, но... Вроде прошло. Хотя, чуваки, потом сдам тест на антитела, а там посмотрим, что будет. Над картошкой дышал... Нет, а надо было. Может быть, я поэтому так долго болел, типа. С этим связано. Может, поэтому я скипнул как бы. Скипнул Б. Все, что было. Блин, мне нужно как-то залутать легендарного чувака, который я убил, но я не знаю, куда попасть. Нужно все обходить. Да, опять рейдер, блять, откуда? Ба-ба-ба-бам. Так он не ушел, он просто поднялся наверх. Вот же уебок. Мне бы какую-нибудь другую пушку, на самом деле. Но я почти все патроны потратил в прошлый раз на убийство какой-то водяной штуки. Водочку с черным перцем пил? Нет. Это тоже какой-то, так сказать, народный лечебный рецепт. Надо было вообще, короче, завести отдельный стрим, где рассказать, как что было, блядь, я сломал ногу. Не ногу, руку. А куда Валентайн делся, кстати? А еще у меня левел ап, надо что-то прокачать. Что-нибудь. От всех болезней, говорят. А куда заливать надо? Надо себя поливать или внутрь? Как это работает? А, водочки-то.
Раз корона ходил в поликлинику, тебе дали 4 пачки арбидола. В смысле, бесплатно? Нихуя себе. Это ж круто, когда бесплатно дают что-то. Меня тоже назначали для профилактики, так сказать. Но не мне. Так, стимпак, это хорошо. Бля, точно, я помню, я считал стимпаков, что у меня нихера не было. Может, карабин норм? Нет, это 38-й. Это 38-й. Так, ты как все телепортировалось? Во! Наркоманский гладкоствольный карабин. Чем больше у вас сломок в данный момент, тем больше урон. Но это хуйня на самом деле. Потому что это надо ходить под подломкой, под всяким калом, да? Но он стоит 106. Ладно, Enter взять. Свинина с бобами тоже. Потому что еда, еда неплохо регенит. А где ты? Нет, устричный бар. Блять, нахуй я сюда зашел. Блин, надо, короче, быстрее идти делать мейн-квест. Все, я вот занимаюсь этой херней. Абсолютно бесполезной. Нужно валить отсюда. Это ж Fallout 4. Водку перорально, бутылку, ну там сами знаете. А бутылочку сдаешь, да. Спидранит? Так а что делать тут? Какая же у меня точность хуёвая. Я не знаю, кстати, что вот дальше взять. Может, ватс немного покачать? На слевелап. Как там уровень Т? Что я хочу взять? Может быть, харизму взять? Чтобы спич нормальный был. А то у нас с харизмой проблемы. Пока что я вроде взял хакера и взлом, да? В принципе. Хернёй мается 200 часов и дропать игру выбор мастеров. А, то есть мой, хочешь сказать? Убедительность в разговорах. Ну давайте я качну харизму, короче, окей. Раз у нас так все плохо было. На пятерку, наверное, сойдет. В принципе. F5. Вообще, конечно, Fallout 4 реально самый худший вариант, который мог выпустить. Я даже себе не представляю. Могло бы что-то поинтереснее выпустить. Амнезия. Сталкер? Ну, сталкеры хотя бы стрелять можно. Здесь тоже, конечно, можно стрелять. А Dragon Age Inquisition мог? Нет, по-моему, его там нет. В принципе, что Инквизиция, что эта игра, мне кажется, они примерно одинаково близки, я бы так сказал. Нет? Куда мне еще нужно идти? Детективное агентство Валентайна. Да? А мы разве в нем не были? Я, наверное, могу фаст-трэвел завязать. Не париться. Ящик с инструментами. Ну давай. Что-нибудь полезное? Хотя это ящик с инструментами. Найс. Патроны. Патроны же ничего не весят. Это же не хардкор. Ой, вот это все верстак, вот это вот, неохота крафтить просто. Все эти рейдеры, все эти пушки. Может, спустя какое-то количество часов я втянусь, конечно. Это свои. Это охрана Diamond City. Только не в охрану, пожалуйста. Не надо. Куда я вообще иду? Ассасин Одиссея. Так, а может, он хорош? Да, я мог просто фастрел дать. Я зачем-то пешком пошел. Ну ладно. Надо вспомнить, как играть в эту игру. Да, я уже 8 уровень, между прочим. В принципе. А какой здесь максимальный? Со всеми DLC. Или тут нет вообще максимального уровня? Ну... Я за эти дни и в игры-то не играл, на самом деле. Я уже в игры разучился. Ой, нет.
А почему закрыто? А, все, все понял. Потому что мне в детективное агентство. Че? Она у нас, кстати, да, замашнила то, что мы с нее деньги попросили, помню. Я вспомнил. You keep laughing at death. Someday death's gonna laugh back. Not as long as I got a few friends to back me up. You saved Nick, this agency, and my job. Thank you. Может, займемся моим делом? Oh, of course. There's just a small clerical thing we need to clear up. Here. Every cap we agreed to for finding him. Plus a little something extra. You know. Крышка стоит, изношенная шляпа, предмет взят. Потертый тренч, предмет взят. Нам одежду дали, да? Our new friend needs our help first. All right, let's get down to business. Take a seat. Make yourself comfortable. Как стример относится к синтам? Да нормально, пока что мне синты вроде ничего плохого не сделали, я хз. Рассказать Нику обо всем. О, прямо обо всем. Мою жену убили. Она попыталась помешать им забрать Шона, и тогда они... Там были мужчины и женщины, давайте. Третий вариант. Может, стример сам сел без бэвки? Не понятно. Может быть. Может быть. Kind that know to keep their lips tight when they're on the job. Not sure what the backup means, though. What else can you tell me? Вообще ищу своего сына Шона, да. We're looking for my son, Sean. Братцы стали смешные, прям фашистки. Но они в небе летают, я помню. Why would anyone take him? Good question. Зачем-то? Why your family in particular? Why an infant? Would be taking on all of his care, and a baby needs a lot of it. Well, that confirms it. This isn't a random kidnapping. Whoever took your kid had an agenda. There's a lot of groups in the Commonwealth that take... Рейдеры, супермутанты, стрелки, институт. А подземка? Of course, there's the institute. Разве подземка не может? Думаешь, за этим стоит институт? Well, they're the boogeymen of the Commonwealth. Something goes wrong, everyone blames them. Easy to see why. Those early model synths of theirs strip whole towns for parts, killing everything in their way. Then you got the newer models, good as human, that infiltrate cities and pull strings from the shadows. Worst of all, no one knows why they do it, what their plan is, or where they are. Not even me. I'm a synth myself. Отвергнутый прототип. Anyway. Комичная игра все-таки. Да она какая-то, блять, непонятная, странная. Я вот даже сравниваю сейчас, поиграв Fallout 76. 76 более какой-то целостной игрой выглядит и полноценной. И сюжет там более-менее относительно того, что вот здесь происходит. Так ты прототип? Или просто у меня такое впечатление сложилось? Ничего про них не знаешь, серьезно? Some kind of security setting strips or blocks out those memories, and it's not just me. Any synth that gets trashed, left behind or escapes the institute has the same problem. Probably some kind of failsafe. Какие-то синты в будущем, которые появились после всеобщего пиздеца. Чего? Почему они типа злые, как бы? Мне нужно найти Шона. I need to find Sean. You're right. The speculation is getting us off track. Причем мы обращаемся тоже к такому же синту. По сути. У мужчины был пистолет, да. Он был лыс, через его левый глаз проходил шрам. Думаю, третий вариант. Bald head.
Он был лыс, бородат, возможно, девственник. Нет, имен не называли. Все живут в развалинах из картона, тут роботы новодельные. Да-да-да. Ну, мы же попадем в институт. No one knows who his employer is. And he bought a house here in town, right? And he had a kid with him, didn't he? Yeah, that's right. The house in the abandoned West Stands. The boy with him was around 10 years old. Не спойлери. Хорошо. Извините, пожалуйста. Я не подумал об этом. Ну, видите, говорю, еще не до конца готов, так сказать, к стримам. Это Шон. It's Sean. Это 100% мистер Шон. Don't jump the gun on me. You said you were looking for an infant, remember? That's over 9 years difference by my count. Look, maybe he has a son of his own. Maybe it's someone else's kid. По-моему, они оба мертвы, окажется, не? Let's you and I take a walk over to Kellogg's last known address. Ой, Келлог, блять. See if we can snoop out where he went. Security doesn't really go to that part of town, but you two? Should still be careful. I always am. А ты игру по сюжету спидрани будешь или фул прохождение? Ну, я бы хотел просто ее пройти. И все. Что-то я не втянулся пока что, чтобы делать фул прохождение с сайд-квестами. Я что-то как-то вообще. Моя цель просто ее пройти. Да. Всякое бывает. Может, конечно, я втянусь и такой и захочу пройти полностью прям. Пока что да. В моих планах сюжетку пройти. Ты не спас? Не, я прошел поселение там какое-то. Распробуй, может, понравится. Так я же играл. Типа, что мне там пробовать? От того, что говно долго жуешь, оно как бы вкус не поменяет. Хотя, учитывая, что у меня где-то наполовину пропало обоняние и вкус, то, в принципе, возможно, я что-то другое почувствую сейчас, если я буду пытаться играть Fallout серьезно, четвертую часть, по крайней мере. Так, и чё? Here we are. Keep an eye out, will you? See if I can get this open. Угу. Ну давай. Страхую. От кого, правда, я не знаю. Something to hide, Kellogg? Why don't you give it a try? Да это в смысле? Очень сложный лор. No way I could pick this. Может, ты? Hey. You say the word. Go check that out. Осмотреть дверь. See that platform in the distance near the city entrance? That's the elevator to the mayor's office. Why don't you go ask around? У мэра попросить. I'll stay here and see if I can jimmy this lock. Насколько долго? Нет, я сказал, может быть. Я как раз таки вот не в курсе. Непроходимо. Ну да, надо фармить походу. Интересно, если бы у меня был бы взлом прокачан, то что, я мог бы прямо сейчас пройти этот момент, в принципе. Тоже обоняли вкус пропали, поставили корону в соседнем городе, 20к населения, каждый день по 2-5 человек мрет, никому не ставят. Так да, да, у нас тоже вот. Ну, это известный факт, что, видимо, пытаются как можно больше все скрыть. Я, конечно, ничего не утверждаю, но есть подозрения некоторые. Что стараются максимально занижать, чтобы ничего не находили. Все просто болеют простудой. Страшно, на самом деле, стало весной. Не так жестко было. Но вроде как мы достигли пика опять. Вчера, что ли, были данные или сегодня? Я читал вроде как в новостях. Так, F5. Мэр receiving visitors, as long as they aren't members of the press. Did you need help? С
кем могу поговорить, если мне нужен ключ от дома, на который наложен арест? Роб, это... You'd have to ask the mayor directly if you want the keys. Он нас что, сейчас заставит его выкупить, что ли? Я не понимаю. А вы мне не можете помочь? Can't you help me yourself? And if I could, why should I? Прошу вас, я ищу своего сына, я бывший владелец этого дома, похитил его. Please. All I want to do is find my son. Не прокатит, наверное, да? Пять харизм всего. Kidnapped him. О, прокатило. All right. I'm just going to leave this key on my desk and forget I put it there. Your son's lucky he has a father like you. Она на бабулю на какую-то похожа, лол. Так. И что, я могу его просто взять? Ключ от дома Келлога. Да. Найс. Ну, пойдем, окей. Зашибись. Можно еще прививку от гриппа сделать, повсюду рекламируют это важно. Но у нас до смешного доходит то, что у меня мамка учителем работает. Им должны делать, но так как ее нет в наличии, им до сих пор не сделали. Так что да. Эти прививки от гриппа очень полезны. Да, надо в боте, кстати, удалить эту херню про скидку на саб 20%. Так, только единственное, что-то я видел скидку на подарочные сабы. Видимо... Видимо, теперь они поменяли свою тактику. Я про тычей. Предлагали бесплатно всем сотрудникам сделать от гриппа. Оставь, скоро опять пригодится. Это зачем еще? А, через год, типа, ну, может быть, да. 5 дней осталось скидки 20%, да? Так октябрь же. Почему это? Как это работает? Так, открыть. Как елку убирать? А я не ставлю елку, кстати. А что нас интересует? Плитка у меня в поиске стоит. Наручники. Не знаю, возьму, окей. Спальный мешок, спать. Изолента. Ага, кнопка. Я нашел кнопку. И что здесь? Квантовый ядер кола, патрон. Угу. Гладкоствольный, снайперский. Давайте возьмем. Так, еда, это тоже берем. Макароны, постилки. Патрон ничего не весит, берем. Суп берем, вода тоже сойдет. Ядер вишня, свинина. Найс. Отойди, Ник, пожалуйста. Можно я соберу весь кал? Плиз. А здесь что? Что? Коробка сигар? Gwinnett Stout beer, 44 caliber bullets, and cigars, San Francisco sunlights. Так, и чего? Это там что-то, что-то даст? Какая-то информация? Interesting brand. Won't lead us anywhere on its own, though. Считаешь ли ты антипрививочником, если прививаешь, но их считаешь выдумкой? Наверное, считаешься, то если ты против. В принципе, есть какие-нибудь идеи? Дать псине понюхать сигару? Besides, you already have plenty of company. We can't all go sniffing through the Commonwealth after one man. Ну, окей, допустим, он пойдет со мной. I want you with me on this, Nick. Пайпер пусть идет тогда в Sanctuary Hills, я думаю, да? All right. Let's get that bastard. The
This is your show from here on out, okay? You say jump, I'll say how high. Стример за спидранил. Да хуй его знает. Запах сигары спустя до хера лет никуда. А почему до хера лет? Ты думаешь, это до хера лет прошло? Скорее всего, нет, наверное. О, стимпаки, кстати. Найс. Найс. Стимпаки это хорошо. Он много лет дома не был, да? А, я как-то упустил этот факт. Ну, это же Дог Мит, понимаешь? Поэтому он может. Скорее, дом заброшен. Ну, вдруг он сюда приходил ночью. А песик-то здесь, кстати. Псина. Учуял что-то, приятель. Уф. Выполнено откровение. Найс. Еще 248 экспириенса. Экспириенс так и сыпется. Чувствую, какой-то подвох скоро будет. Нехороший. Следовать за псиной. Она сейчас куда-нибудь нас приведет. Нехорошее место. Она не могла просто сказать, вот типа, иди туда. Иди сюда. Она исчезла. Убежала куда-то. Хотите, чтобы враг сбежал, бейте по ногам. Я учту это, да. Так. Это нас сейчас приведет какое-то убежище, да? Там же... Ой, бля. Там еще же целая серия флешбеков будет, да? Связанная с... С мистером Керлогом. Или это я путаю? Найти улики, указывающие на местонахождение Келлога. И что? Грязная пепельница? Как не Сан-Франциско? Келлог's preferred brand, all right. Интересная камера. Так, мне нужно показать ему, да? Или не надо? Нет, он сам найдет. И что же мы делали бы без собаки, да? Получается, собака главный герой Fallout 4? Так. Блин, надо реально, походу, прокачать Ватс. Ебаный рот. Да, нихера просто. Нет. Не надо. Легендарный светящийся крутокрыс. Может быть, легендарная пушка выпадет? Нет, хуйня какая-то выпала. Оптическая кожаная броня для левой ноги. Врагам сложнее вас заметить, если находитесь в режиме скрытости, не двигайтесь. Нормальная тема, кстати. А чё песик не дрался? Так, давайте посмотрим. Я могу это экипировать? Одежда. А я ж, по-моему, поставил фикс какой-то. Эта херня все так и не пофиксилась. Да, я какой-то фикс ставил вроде как. Странное дерьмо. Отстой. Так. Все нормально. Пойдем. Антират, наверное, сажать надо. И похилит с едой. Ну ладно, это потом. Чего еще у меня из пушек есть нормальное? Что-то интересное. 177 патронов. 249 патронов, кстати. Дробаш. Нет патронов. Это помойка вообще. Миниган. Который почти расстрелял. И силовой кастет, который кал. Так, F5. Ты меня куда, в убежище ведешь? Мистер Пес.
Еще улики ему нужны. Пятно крови? Like another one of Kellogg's pit stops. Keep your eyes open. Keep your eyes open. Bloody bandages. Dog meat can track this. Да? Да я к тебе это дать. We gotta stick together, pal. О, еще степак валяется. What do you think, boy? Enough to go on? Уф-уф. Так. То, что нам дали степак, это хорошо. А вот то, что вот эта хуйня появилась, это нехорошо. Умри, пожалуйста. Спасибо. Хотел стелс дальше прокачать, я помню. Можно будет и вапнуть сейчас. Раз уж тем более нам выпала легендарная шмотка на инвиз. О, пять крышек. Почему бы и нет? Так, пойдем. Грибочки? Непонятно, что это. Как, кстати, изменение шрифта? Вот за все это время моего отсутствия еще и шрифт поменялся в чате. Наверное, уже все привыкли, все уже не замечают. Я, конечно, охерел в один день. Да ебать! Карликовый яугай. Это было плохо. Это было плохо. О, мне нужно какое-то другое оружие. Например, бронебойный пистолет-пулемет. Блять. Да что ж так трясет все? Можно шрифты. А я. У меня не получилось. У меня какие-то все всраты начали получаться обязательно. С чем это связано? Да, все правильно, все правильно. Дерево твой враг. Жесть. А что такой сильный? Давайте возьмем мясо. Я что-то пытался поставить, которые типа раньше были, но у меня не получилось. Они какие-то либо супер сратые, еще хуже, чем то, что новое. Либо все как-то съезжало. Короче, не получилось, да. Кто-то, может, нашел какую-то комбинацию? По крайней мере, под мое разрешение. Я пробовал гельветику, и вот этот Роберт, да. Все равно все всрато получилось. А потом твичи вроде какой-то ползунок добавили, который сам все фиксит вроде как. Если я ничего не перепутал. Я видел у них пост в сами настройки. А там только размер шрифта меняется. Так. Да, блять, я спалился. Вас обнаружили. Кто? Ты пес? Че? Грязная пепельница? Что мне нужно делать? Так, и чего? Стакан? Бутылка? Гвинет Стаут. Да, бутылка. Dog meat pick up the scent again. Okay, boy, let's track him. Что это? Я думаю, это растяжка какая-то, это, оказывается, знак такой. Эффект еще инвиза постоянно срабатывает. Так. Это не завод с рейдерами. Нет, это дикие гули. Блять, я пушку не поменял. А он выкатился. Привет, Никро.
Здорово. Эй, вот вообще ничего не видно. Ну, давайте бесшумно возьмем. Стелс. Эу. Так, крышка. И опять пушка на пол экрана. Великолепно. А тут же не пишется, да? Скрытая атака была или нет? Или все-таки пишется? Блять, это бесполезно. 32%. Вроде писалось. Если я правильно помню. Ну, опять я весь гладкоствольный запас расстрелял. Откуда радиация? Чего? Мистер Пес. Он бы мог тоже выбирать какие-то безопасные дорожки хотя бы. Ради приличия. Куда вообще она ведет? Не на этот мост ли случайно? А если я побегу, он тоже побежит, да? Че? Так, крышка, резинка. О, стимулятор. Ты зачем взял подушку с соломой? О, штурматрон — это пиздец, да. Нам повезло получать, что он мертв. Здорово, Леми. Как здоровье? Получишь, да, спасибо. Спасибо как большое. Как здоровье? Вроде получишь. Здоровье. Так, чё, что-то произошло. What happened here? Error. Operator deceased. Threat level Omega. He killed us. Он нас убил. Hopefully he's not much further. Так, хорошо. Зира задержка. Ну так, нормально. Так, кто это? Искусство? Чего? Искусство. You gotta help me. This guy's a synth, and he's gonna kill me and replace me and my family. Oh God. А почему тебя зовут Искусство? He's the synth, and he wants to replace me. Please, please, you've got to believe me. You can't let that thing do this. Я на твоей стороне, только скажи всю правду, и тогда, может, я... Ну, это красный, меня, скорее всего, не прокатит чек. Hey, I'm on your side. I just need you to tell me the truth. Then maybe I can help. You're with the Institute? Не, прокатило. So just help me take он care, синт? Right? Otherwise, I'm gonna be in a lot of trouble. Так он синт. Давайте все успокоимся, можно обойтись без убийств. Может, действительно можно обойтись без убийств, нет? Послушай, все, чего я прошу, это чтобы ты опустил пушку, и тогда мы все спокойно обсудим. Не вижу иконки, чтобы прокатил. Попытка убеждения не удалась. Может, расскажешь мне, как все к этому пришло? Why don't you just tell me how this happened? How this, fine. I was on my way to Bunker Hill. I rounded them. Это действительно уже, но они же еще не вышли. Если ты про новый про CMD. Пусть выйдут для начала хотя бы. Хоть какие-то тесты выпустить, там посмотрим. Здорово, Сум. Привет, чат Кончи Фикс, привет. Кончи, привет, чат Кончи. Привет, да, спасибо большое за ресап. Да, вроде нормально, более-менее здоровый. Здоровлю. Кончи Фикс, блин. Спасибо, да. Блин, а у нас Валентайн расстроится, да, мне кажется, из-за того, что я убью Синта.
Убей его, ладно. Что? Ну не получилось договориться. Валентайну это понравилось? Да? Да? Лол. А я думал, Валентайну наоборот не понравится то, что мы Синта убьем. Нихера себе. Окей. То есть Валентайн ненавидит Синтов? Ну вот это, конечно, поворот. Народ там сильно вроде недоволен, что ТМД подорожали. Поэтому как бы да. Поэтому не знаю, чуваки, что там будет вообще. Но вроде как неплохие у них там. Именно в играх теперь. Даже как бы лучше топовых процов от Intel. Где-то. Топовый Intel 600 баксов. А ТМД сколько? По-моему, столько же, не? Что там подорожало же? 750? А, ну то есть дороже. Не, ну 59-50 это... Это же для тех, кто кодирует что-то там. Да, он не для дома, это для, для работы. Lost the scent boy. Так, и чё? Есть Nimrod 2000-3000 серии, если... Они, подожди, они не продают 2000-3000 серии, если бы они не подняли цены, твоя аналитика. Какая-то элитная аналитика, да. Ну вот, кровавые повязки. Да. Куда идем? Куда ведешь? Мистер Песик. Тохи заслали 3090, а мне... Хуй собачий заслали, да. Поэтому я с него стримлю. Конечно же. Не, ну Тоха известный, я ПК-геймер, поэтому как бы он заслужил. Без вопросов. Известный пекарь. Форт Хаген, кстати. Хотят продавать что поколение за гроши. Да там хер поймешь сейчас. Проверить, как там псина. Пробраться в Форт Хаген. 3600 от AMD возьмешь и будешь рад. А 3600 это новое разве? Это же старое. Это как бы вот текущее поколение пока что. Нет? Hey. Go ahead. There's something bothering you. Говорить. Чувак, куда пробраться? Где Форт Хаген вообще? Ага. Че? Где-то здесь. Переедешь на 5600. Ну, оно как обычно там. AMD же так, что некоторые вещи хер купишь. Пока до нас доберется. Плюс рубль в говне. Ну, вы сами понимаете, да? Блять, ёбаная турель. Так, ну я так понимаю, нам нужно каким-то образом все это обойти и куда-то залезть, да? Where? А в кого они стреляют-то? Я чё не понимаю. Блять, сопрыгни, алё. Хер купишь, дед смеется. Да, там 3080 эти тоже. Как стримить хуя собачьего, где гайд? Ну, это уникальная разработка, поэтому, сам понимаешь, запатентованная, поэтому не для всего. О, Форт Хаген. Так и все, ну я проник в Форт Хаген. Квест выполнен, получается, что обыскать Форт Хаген. Ясно, закрыт на цепочку. На Патреоне хотя бы есть. Да, после достижения цели. Обязательно опубликуется гайд с тем, как стримить с хера собачью. Именно так все это работает.
Здорово, Голос. Как здоровье? Да получишь, в принципе. Надеюсь, на этой неделе окончательно выздоровлю. Было бы круто. Думаю, зачем мне собака? Вы и это раскусили. А, можно попросить его взломать терминал? Ну-ка. Да в смысле, я отдал ему команду. Что за хуйня? Да блять. Команда. Блять, как это работает? Heads up. Открыть терминал. Так. Даже сложный взлом, но сейчас посмотрим. Куда он пошел, блять? Алло, ты нормальный, нет? Ну? Да, блять, сука. Синты ебаные. Институтский карабин. Так, хорошо, давайте. Блять, где здесь? Мы получили уровень 9, кстати. Как интересно стрелять здесь. Так он взломал, нет? Или он отъехал? Автоматический институтский пистолет. Да, ну очень смешно, конечно, это выглядит. Так, ой, а ты чё упал-то? От кого? Защищать Келлога. Понял. Походу, надо было качать энергооружие. Никогда, кстати, не бегал с энергооружием. Ебать, Максик. Чё, подождите? Что? Фейерверки? А чё такое? А чё такое фейерверки, чуваки? Блять, как отключить? Блин, Максик, спасибо огромное. За сколько подписок? За 9 подписок. Спасибо большое. За поддержку, спасибо большое. За огромное количество подписок потраченных. Поздравляю всем, кому прилетела подарочная подписка, чуваки. Спасибо огромное. А что такое фейерверки, чуваки? Блин, вот не было, да? Чуть больше недели. И какие-то фичи появились, что-то все поменяли. То есть чувствуешь себя дедом каким-то. Спасибо огромное, да, Максик, еще раз. Да, шейх. Так, дурацкий турель не убивай. Я сейчас умру. Для родного счета? А я думал, ты хотел, типа, как бы этот самый. Бунт против отсутствия вебки, так сказать. Блин, закрыт на цепочку. Да, я жив, если что. Я не синт. Вебки нет, врубай. Врубил. А тебе подписку? Ну, это как в следующий раз. Человек с как будто телефонным номером. Так. Блин, куда мне? Я запутался. Куда мне? Наверх? Прям героическая музыка играет. Я герой. Почти. Чуваки, да, сегодня за ролью. Где-то через час, наверное, игры на сабдей. Поэтому у нас есть еще возможность заказать. А под вебкой? Под вебкой, да, 69, кстати, стало. Обновилось.
detecting an enemy presence. Они не ощущают присутствие врага, и это то, что мне нужно, в принципе. Так, иконками... Нет! Блять. Ой, сука. Великолепно. Парарарам, парарарам. Хоть что-то в этой игре может убить. Да не-не-не, если тебя накидываются сразу куча врагов, то они изи убивают на самом деле. Откуда вебка появилась? Я нажал кнопку, и она появилась. Как-то так произошло. Не, я запутался реально, чуваки. Какая-то коробка со взрывчаткой. Да уйди, Валентайн. Да уйди, блядь. Ну, пожалуйста. А можно тебе такую кнопку? А зачем? Вебка же есть сейчас. Блядь, я чуть Валентайн не начал стрелять. Честное слово. Так, да, кстати, надо взломать эту хуйню. Он так и не взломал. Команда. Как это работает? Е надо задержать. Я слишком близко к нему стою, да? Do something. Использовать терминал. Может, он сейчас взломает? Никогда не везло. Поздравляю, Ной. Не-не-не, надо сначала на него навестись, а потом команду отдать. Просто в прошлый раз на нас синты напали, когда он начал взламывать. И чё? Я так понимаю, он просто робота взломает. Как же он долго взламывает? Я, наверное, сам быстрее бы взломал, не? Алло. Короче. Я же пришел снизу, да? Мне показывает снизу. Я вот отсюда пришел, да, содружество. Там цепочка. Капчу не может вести. Ну он реально, он не взламывает. Что он делает? Блять, ну и хуй с тобой. Закрыт на цепочку. Закрыто на цепочку. Институтский пистолет. Короче, я не знаю, я запутался. Надо идти там, где, видимо, подзорвался F5. В ту сторону. А я где подзорвался? Здесь? Мы, может, сюда? Я могу его убить через этот кал? Лидер синтов. О. Привет, Стивен. Де Майо. Так, мистер лидер синтов. А почему у вас так много хп? Что самое смешное, они тоже не могут сюда попасть. Ебать. Так, минус рука. Он умер? Ты умер? Умри. Так. 25 экспы дали. Возможно, это был лидер. Блин, как же я неудачно тут раз подзорвался. Может, мне наверх надо? Да. Так, окей. Возможно, мне надо было через верх-вниз дропнуться. Ой. Да ебать, да что такое? Стреляют и стреляют. Отлично, отлично. Смерть. Так, подождите. Вот сюда, да, мне? А, нет, я так отсюда не пройду. Если мне не сюда. Нам поползли дальше.
Надо что-то поесть. Надо что-то поесть. У меня есть что-то не испорченное перо. Я не вижу даже. Что? Типа, сколько у меня хп? Еще так неудобно. Почему все засвеченное какое-то? Пункт приготовления пищи. Давайте приготовим, кстати. Пожаренное. Оно же здесь не портится, как в 76-м, да? Здесь-то похер вообще. Я просто помню то, что в 76-м все тухнет. И превращается в кал. Нормально. Нахер синты готовили еду? Возможно, они не знали, что они синты. В эту проблему. Возможно. Возможно, их попросили приготовить. Они не могли отказаться. Поэтому они такие херовые бойцы. А может быть, они участвовали в шоу каком-то? Я говорю, да, отстойное место. Содружество. Но мне не сюда, я так понимаю. Возможно, Тоду было похер. Это тоже нельзя исключать. Че, наверху ничего нет, да? Как мне попасть туда? Этот все стоит взламывает. А почему до сих пор не взломал? Он забаговал, да, походу? Этот балбес все стоит взламывает. Он все никак не ушел. Я думаю, где Валентайн вообще? Куда он делся? А он стоит взламывает. Тот и всегда похер. Tell me lie. Tell me beautiful lie. Может, на крышу вылезти? Давайте вылезем. Не подгоняй. Так, ну и чё? Ой. А тут песик каким-то образом оказался. Закрыто. Как пес залез на крышу? Патроны. Псина. Блин, у меня нет метки, я не знаю, куда мне идти. Я заблудился. Форт Хаген. Пошли обратно, блядь, я не знаю. За что? А где? Это другой вход на крышу? Нет, это то же самое. Это то же самое. О. Давайте что-нибудь откроем. Может, что-нибудь попадется. По этой причине дропнул F4. Да он, бля, весь такой. Nice. Но я проходил этот момент, так что я должен осилить, так сказать. Я просто не вижу какой-то, видимо, двери или чё. Может, взорвать надо этот кал? Как вы думаете? Если я взорву, будет плохо? Чё? Не, вообще ничего не будет. Будет функция ёбнем антибиотик. Я уже свое выпил, хватит, достаточно. Курс пропит. Дверь. Вы думаете, где-то дверь здесь? Ну, здесь есть вот одна дверь, она закрыта на цепочку. А, есть какая-то срань, через которую здесь не пролезть. Окей. Возможно, действительно надо через крышу пройти. Тут я был. Чё, створки? Может, сюда? Нет, это то же самое. Курс пропит прозвучал двусмысленно. Не, я в том смысле, что лечение пройдено, можно сказать.
Бля, я серьезно не понимаю, что от меня хотят. А я заблудился, реально. Кто-то помнит, чуваки? Есть люди, которые помнят сюжетку Fallout 4? Да почему ник замис, блять? Нет! Нет, нет! Я ошибся, отмена. Да блять! Пойдем. Пошли. Я случайно. Он все равно был бесполезен, но, блядь. Внизу где-то дверь, но это не точно. Нет, ну внизу я пришел отсюда. Здесь есть дверь и там цепочка. И отсюда не открыть, так что, как бы... Я хз. Я могу только наверх здесь пойти, так что... Тут была куча синтов. Окей. Ладно, давайте внимательно смотреть. Я просто невнимательный. Я уверен, что в этом моя проблема. Так сказать, я ошибся. Все, я вот здесь помер. Я сюда приходил. Точно, точно. Я подзорвался здесь. И поэтому я сюда не пошел. Да? Нет? Наверное, да. Патрон. Камер. Давайте возьмем. Ну, это какие-то ресурсы я оставил для поиска. Че, ледки гладкоствольным затвором? Хуйня. Так, надо почаще сейвиться, а то есть какие-то мины, блять. А, ну вот, собственно говоря, это комната. Да ебать. Сука, можно. А, я могу взламывать средние терминалы? Я могу, да? Не, вариант исключен. Давайте, генерал. Сходство 0. Не подходит. Инклюд. 0. Что такое? Почему? Число опыток восстановлено. Тровер 1. А мне нужно сейчас взломать этот терминал? Я что тут не уверен. Got it. С управлением двери. Открыть дверь. А, замок деактивирован. Управление турелями. Отключить. Так, какую дверь я открыл? Вот эту, да? Окей. Цепь откроем. Блять, еще и эти с патронами штуки тоже взламывать. За что? Песня, патрон. Это вот ради этого я открывал? Серьезно, и все? О, лифт. Так, батарея нужна. Я здесь это еще одного было. Во, патроны, патроны. Давайте возьмем. Все, здесь больше ничего нет. В лифт. Так. У нас левелап, кстати. Надо будет левелапнуться. Цепочка выше моих сил. Да, кстати, странно, почему они не пытаются там не взорвать ничего. Так, я вижу растяжку. Цепь — это первый этаж, я понял. Блять, еще один синт. Блять, турели. А я же выключил турели. А че я могу качнуть? Ну-ка. Уран скрытных атак. Набойные ловушки можно прокачать дальше. Удача.
Кровавую баню я еще не качал, да? Давайте возьмем стелс. Так, мне не видят. Теперь видят. За что? По-моему, я горю, не? Почему? Это не я горю. Это вокруг меня горит все. Бля, это из-за стелса, да, вот так стелс-бой? Тьфу, ты не стелс-бой, а пип-бой в говно превращается. Сопротивление урона. Из-за стелс-шмотки. Да? Капсом. Да. А это можно как-то отключить? Есть какая-то настройка? Чтобы вот это мерзотное говно не появлялось. Нет? Охуенно. Что могу сказать? А можно перепрыгнуть? Нет? Понял. Я не заслужил такого. Такой роскоши. Ой. Ой-ой-ой. Можно, чтобы пип-бой был не в виде пип-боя, как при силовой броне, по-моему, полностью цифровой тип. Но это тоже, наверное, какие-то моды анальные надо ставить. Пизду моды, чуваки, моды все ломают. Я уже как-то поставил он, и реально все сломалось в прошлый раз. Правда, это был не за модов, но anyway. Ставить приложение на телефон. Это звучит как будто тот Говард. Хочет, чтобы я Fallout Shelter играл на телефоне. Командный центр базы Форт Хаген. Купи на телефон. Да, задонатить. Там же наверняка можно задонатить, я уверен. Never expected you to come knocking on my door. Gave you 50-50 odds of making it to Diamond City. After that, figured the Commonwealth would shoot up like turkey. Опять синты, ёбаные. Ой, как же вы заебали, а? Movement detected. По-моему, это шуточный стелс. Может, стоит взять какую-то другую пушку получше? А, кстати, сейчас закончится. На Skyrim 117 модов накатил и забил на игру через часа 4. Дольше стояло, чем играл. Не, я вообще не люблю с модами возиться и как-то не особо моды жалую. Поэтому я как бы всегда доджу. Мне как-то кажется, что это слишком васянское дерьмо. Ну, моды. Обычно так и так случается. Есть, конечно, люди, которым это доставляет особое удовольствие. Пройти игру со всеми возможными модами. Патрон, ядерная батарея, патрон, 308. Так, это что такое? Легкий. Накатил модов, а мог водочки. В данном случае от водочки хоть какой-то эффект есть. А когда ставишь моды, то, мне кажется, можно только обосраться. Рейдерская броня для левой руки, для правой, для левой ноги. Давайте смотреть, что из этого. Бля, ну вот этот эффект, конечно, стелсовый. Это пиздец просто. Туловище. Правой ноги. Если на левой ноге у нас ничего нет, что получается? Я правильно понимаю? Нет, у нас была оптическая... А, оптическая броня у нас была. Все, понял. То есть на левой руке у нас ничего нет. Да. На остальных там всех есть. Теперь везде есть. Камера, двойные деньги. Пепельница. Хуйня всякая.
После первого прохождения накатываешь иногда моды, хотя от игры зависит. Не, я не могу вспомнить, чтобы я прям где-то моды накатывал. Чисто на стриме разве что Dark Souls какой-нибудь играл с модами. Так, окей. Да ну, чуваки, ну отъебитесь, ну камон. Я не попадаю, что ли? Найс. Так, мне нужно что-то съесть. Смогу ли я найти? Так, жареный рат-таракан. Отойди. А, это турель стреляет, господи. Великолепно. Великолепно. Dark Souls как площадку для мод. Ну там все однообразные, по сути, моды. Прям. Разнообразие, как в Скайриме, наверное. Такого нет. Ну как вообще в тестах всяких. А мне-то это нахера рассказывать. Спасибо, Лайт, за 250. Спасибо большое. Потому что ты жирная и нищая. Спасибо за поддержку. Разбавляем душный гумиплай душной музыкой. Гумиплай. Геймплей. А почему душной музыкой? Кокора, не-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 не. Как в лифте. А читали новости, короче? О, пароль Арсенала. Хм. Читали новость про то, что Киберпанк реально могли бы перенести, если бы они не перешли на 6-дневную рабочую неделю. Да все про Кокаора уже забыли давно, чуваки. Синт патрульный, у него черепок над головой. А почему это? Ну что, у него левел супер высокий? Ой. Патрон закончились. И бронебойный, наверное, неплохо должен сходить. Так, стоп, или я не бронебойный? Блин, нихуя не видно ведь. Так что нам, можно сказать, повезло еще, потому что с Киберпанк как бы не перенесли. По крайней мере, пока что. Вроде ушел на золото уже. Так что его перенести... переносить не должны, точнее. Стоп. Стелс говно. Да это шмотка говно, это эффект. Ой. За что? Не надо. Еще работала бы она как стелс-шмотка, мне все равно палец будет здоров. Вот я сейчас ползаю, а толку то, что я ползаю, да? Все равно палец. Я взламываю вещи, я в домике. А, я в активной паузе. Не стукайте. А мне это по... Спасибо за еще за сотку, спасибо большое. Потому что ты жирная. Никаких какого. Никаких кулаков. Да вроде нет было пока что. Все спокойно. Это еще одно говно. Справедливости ради. Может, у меня стелс плохо прокачан? Да вроде на двоечку, да, я качнул. Так, стимулятор антир один. Сколько уж, полтора часа играем? И через полчасика где-то за ролем игры на сабдей. Так, резинку давайте возьмем. Помните, резинка в 76-м какой-то баф давала. Кирен, у тебя уже заказан на усом, да. Я как список готовил. Ну, утолял дубли. Спасибо за еще за 250. Или это, или это один тот же алерт? Ну и раз чат просит, а, музыку из лифта. Музыку из лифта. О, ядерная батарея 6. Спасибо большое, Влад. За большое качество донат. Спасибо большое. А у меня перевес, кстати. Дайте жрать что-то. Блять, заебал.
Да, у меня перевес. Давайте жареный рот таракан отхилимся как раз. 230. Надо что-то выкидывать. Что, например... Ствольный, наверное. Из одежды что-то. Эти один это выкинем. Потертый тренч нам дали, который нахер нам не нужен, по сути. На персон 4 скидку подвезли, если что. Ну, если я соберусь, да, когда-нибудь играть. Персон 4. У меня форма судьи. Она тоже 4 весит, нахуй. Так, окей. F5. Okay. You made it. I'm just up ahead. My sins are standing down. А не только мне. Понял. Поговорить с киллогом. Так, давайте я чуть потише сделаю. Громковато. Так. Где мой сын? Где Шон? Давайте не будем шизика отыгрывать. Bit older than you expected, am I right? He's doing great. Only he's what the people pull in the strings. Где он, говори, ну. Fine. I guess you've earned that much. Sean's in a good place. Where he's safe and comfortable and loved. A place he calls home. Стример в курсе твистов этой игры? Да, я проходил до института. И чуть-чуть немножко дальше и дропал. Где ты, чертов институт? Как туда попасть? Плюс ствол на пол игры. У него хорошая пушка. Я не помню, кстати, что я с ним делал. Можно его засейвить, нет? Почему он не постарел или умер? Вообще ли он синт? Так там прошло, получается, сколько? 9 лет, по-моему, прошло. То есть, что ему... А ты сам-то готов? Блять, за что? Война. Сарказм. Да, блять, я сейчас умру, нахуй. Валентайн, спаси. Зачем я тебя с собой взял? Блять, Валентайн бесполезен. А, сын-то старый? Я думал, ты... Они говорили про 9 лет, короче, если что. Че? Блять, патроны закончились, чуваки, пиздец. Чищена вода. Синт во время разговора обходил. Он в невидимости. Блять, еще и в хэт попал. Я что-то не помню, кстати. Ой. Ой-ой, он что-то кинул. 6. Все? Ты умер? Пароль киллога от терминала. Кибернетический симулятор мозга. Пистолет киллога. Критическое попадание восстанавливает ваши очки действий. 44-й калибр. У меня таких патронов-то нет, лол.
get all the intel this place can hide. Стелс-бой. Кибернетический ингибитор боли. А это надо вообще? Привет, Тори. Спасибо большое за третий месяц подряд. Спасибо большое за ресап. Костюм Киллога. Специальный урон 30. Типа лучше, как бы, чем то, что у нас есть. Давайте возьмем, окей. Да, 44-й калибр. Это покупать надо, получается. Ну ладно. Мы не отъехали. Спасибо хотя бы на этом. Симулятор очищенная вода. Симулятор ментаты. Коробка со шпильками. Крышка. Че, в терминал лезем? Давайте посмотрим, что там. Там журнал рядом, кстати, лежит. Доступ к системе. Открыть журнал доступа. Поговорить с ником. Доступ локальный, имя Келлок, примечание мальчишка, Шон, успешно достану институт. Оплата получена. Приказ выследить ренегатов, собрать подкрепление, зачистить это, схватить Форт Хаген. Скоро выдвигаемся. Управление дверью. Открыть двери. Там киди активировано, открытие дверей. Так, окей. Веселье с Робко. Вы нашли выпуск журнала Робко Веселье. Взять. Симулятор очищенная вода. Так, что здесь еще есть? Может, патроны где-то есть? Нуп. Так, с Валентайном, да, надо поговорить. Hey, Valentine. So, Kellogg wasn't giving us any bull. Your son really is on the inside. Even I don't know where the institute is. And they built me. То есть мы не знаем, где институт на данный момент. То есть нам еще нужно будет разобраться, где институт, собственно говоря, прячется. Должно быть какое-то решение? There has to be a way, Nick. We're in the weeds here. Time to take a step back. Bring in some fresh eyes. Only person I know willing to snoop up the institute's tail feathers is Piper. The reporter and... Но мы знакомы с Пайпер уже, да. I say we head her way. Talk this through. Как Пайпер нам поможет? How could Piper help us? Trust me, that dame knows a lot more than she lets on. And she lets on a lot. I know her. She's done her homework. And we need to talk this through with someone. Встретимся там. All right. I'll see you in Diamond City. And don't worry. The night just got darker. But it can't last forever. Так, поговорить с Пайпер. А я ведь не могу прямо из здания, да, нажать фаст-трейл? Или могу? Хотя метка прямо здесь находится. Что это за музыка для секса играет? Это... для массового секса, да. Сейчас с Ником будем заниматься. Этим самым как раз таки. А что такое? А почему ты спрашиваешь, Аксон? Как ты узнал вообще, что это музыка для секса? Все расскажи. Ой, это я случайно съел. И стейк из когтя смерти тоже зря сейчас съел, наверное. Ну ладно. Как же мы долго едем на лифте? Вот, как раз музыка для секса в лифте. Крыша? Really? Ну ладно. Открыть дверь. Замок деактивирован. Управление турелями. Отключить на всякий случай. Система обороны. О! Это братцы стали подъехал у нас или нет? Our intentions are peaceful.
светит пиздец, конечно. Да, Brotherhood of Steel. We are. Начата побудка. Смотреть корабль Братства Стали. Да? Прибыль, драйвер. Так я и так его вижу отсюда. Чё мне его осматривать? Как это сделать? Хочу переместиться в Diamond City. Потрогать? А меня трогать не будут в ответ за это? Нет? Вдали от дома. Прослушать сообщение детективного агентства Валентайна. Радио детективного агентства. Давайте послушаем. This is Ellie Perkins from Valentine's Detective Agency with a message for Nick's partner. We've got a new case and it's... А где субтитры-то? Stop by the office. I'll be waiting. Setting this to repeat. Поговорить с Элли. А как понять, какой из этих квестов мейн? Вот этот, да, который с Пайпер? Мне нужно с Пайпер поговорить. А я не хочу к Братству Стали идти. Переводи. Ну, черт, она там сказала, типа, приходите в наше агентство. Все. Это единственное, что я понял. You two are finally letting me in on this little case of yours. What's the story? Oh. Откуда лучше начать? С того, что Келлог работает на институт, или с того, как он сказал мне, что Шон у них? Where do you want me to start? Ну, я, конечно, и как бич какой-то одет. Or the part where he told me they have Sean. The institute. Oh boy. Oh boy. I've been investigating these creeps for over a year now. The Commonwealth's boogeyman. Feared and hated by everyone. True enough. Sometimes they snatch people in the middle of the night, and sometimes they leave old synths behind to remind us that they're out there. But to this day, there's one thing nobody really knows. Where the Institute actually is, or how to get in. Exactly. But there's one person who has to know, right? The guy who just handed them Sean. Kellogg. Huh. Что Kellogg? What about him? He had to have a way in and out. But, well, we both know that angle is cut off. Он мертв. Because he's dead. So, a murderer and a kidnapper gets his brains blown out by an avenging parent. Huh. Be a great ending if we didn't still have the biggest mystery in the Commonwealth to solve. Я вот видел на стриме, кстати, Baldur's Gate 3. Конечно, понимаю то, что прошло, ну, типа, между Baldur's Gate 3 и Fallout 4, сколько получается, лет 5, но там, конечно, гораздо лучше анимации. Даже если такая маленькая инди-студия, как Larian, смогла. Хотя она уже не маленькая, но все равно. Speak up, I can hear you. И что теперь? So, what now? Gets his brains blown out. Huh. His brains. You know, we may not need the man at all. You're talking crazy here, Nick. Got a fault in the old subroutines? Look, there's a place in Good Neighbor called the Дом воспоминаний. Ой, это душная, кстати, по-моему, тема. In your mind as clear as the day they happened. If anyone could get a dead brain to sing, it'll be doctor of mine. Да, это пиздец душно. Я вот до сих пор помню эту херню. И сами эти флешбеки, и как их вернуть, так сказать. Теперь понятно, что будет после F4. Будет 76-й, конечно, опять. Who's this Dr. Amari? I'll let her give you her life story in person. Let's stay focused. Это такая Амари, да. I guess we're gonna need a piece of Kellogg's brain. Enough gray matter to bring to Amari and find out if it's going to work. Jesus, Nick. Gross. Seriously? I know it's grisly, but what choice do we have? We got no leads. Nothing. That old Merc's brain just might have all the secrets we need to know. Что именно мы должны раздобыть? Kellogg's brain. It's a long shot, but Dr. Amari just might be able to... Только и говоришь, что мне обратно придется возвращаться в этот кал.
Вообще говоря, у меня есть уже одна штука. У Келлога в голове была присобачена эта херь. I think I already have something. Kellogg had this thing attached to his head. Cybernetics, huh? We may have just won the lottery. Whether we're riding this crazy brain train or not, we can't all go running across the Commonwealth. So, who's coming with you? I have to go to the memory den either way, if I'm going to introduce you to Omari. But if you want to head there together, just say so. Пойду с тобой, Ник. Let's get going. Don't worry. Пайпер теперь может стать вашим спутником. Воссоединение и гражданин Содружества. Мне почему-то дали ачивку. Извини, у нас сосисочная пати. А, потому что я, видимо, левел 10 обнул. Так, левел 10. Что я хочу качнуть? Что я хочу качнуть? Ну, ниндзя у нас качнуты на один. При ускорении. Без спутника. Не автоматические пистолеты. А 10-миллиметровый обычно считается, наверное, автоматическим, да? Может, выносливость качнуть? То у меня что-то маловато выносливости. Типа на единичку. А, давайте качну, да. Это что-то прям совсем нехорошо. Психика не выдержит от чего? От Катерины-то? Азе? Пойдем. Пойдем дальше. Even good people do crazy things. You see that big blimp? Добрососедство. Полетели туда. Мне пока что надо, чтобы я выдержал Fallout 4, чуваки. Пока что. Сны с кубами рассказывают. Говорят, кубы здесь тоже есть. Если мод работает на ускорение загрузок. Я так понимаю, да. Игра хорошая ведь. Какая? Четверка? Ну хуй знает. Блин, мне надо было на самом деле к пистолету, который утонул, купить патронов, да? И продать хлам всякий, который мне не нужен. Ты таскай с собой, у меня почти перевес. Ладно. Как же помощь Минетменам? А они сами себе в силах помочь, уверен. Я-то зачем? Я уверен, что я им не нужен. Уверен, что у них все отлично и без меня. А, у меня три пистолета, 10 миллиметров. Помогай. А мне кто поможет? Как мне то залезть, блядь, вот куда показывают сейчас? Обойти все надо, что ли? Опять? Пиздец. Блять, просто идешь и хуйня вылазит. Легендарный светящийся кротокрыс. Мистер Кротокрыс. Найс. Так. Антирадиационный краснодеревный бейсбольный биток. Увеличение урона гулям на 50%. 125 стоит. Так убирают легенды. Либо я. Ну-ка, давайте затестим. Легендарно.
Блять, а можно так долго не показывать? Будем экономить патроны, короче. О, патрон. Прямо в жбан. А, я старался, да. Вылезаешь из норы, а тут тебя херня убивает. А, то есть, можно и так посмотреть, да, типа? С их стороны. Эй, как мне то залезть, я вот не понимаю. Сверху, что ли, надо откуда было дрогнуться? Что со шрифтом на Твиче? То ли ты не сходил тоже на Твич все это время почти. Добро пожаловать в новую реальность, так сказать. Там в трупе ништяк был? Да? Я же вроде залутал, не? Была бы випка, было бы 3 розовых значка. Ну, у тебя модр есть. Модрский значок. Да кто? Кто? Ну, в любом случае обходить надо. Перекрась его. Не, вроде даже есть франкерфейс. Ну, здесь пушка, кастет. Такое. Броня. Хуйня, короче. Хуета. Тебе модерку, а Максу в ебку. Это переворот какой-то уже получается. Так, патрон. Стимпак. Панталон F5. Не дай, говорит, себя убить. У, сука. Скрытная атака. Как дубина ему голову снял. Это прикольно. А я невидимка, кстати. Да? Я невидимка. Да я невидимка. Да ну, бля. Ну и фигня это читас. Какой читас? Новый? Почему фигня-то? Я невидимка. Хузер. Хуёвый дубинка, короче. Слишком воздушный, с кетчупом. Это ж кукурузные палки. Ты чё ожидал? Бля, реально хуйня какая-то, а не оружие. Так, а где второй? Он убежал, что ли, куда-то? Он куда-то убежал. He's gone. Я все так еще не понял, как мне туда пройти. Видимо, не отсюда, а с другой стороны откуда-то. Хотя там есть проход. Ладно, я пошел. Так, давайте я похилюсь. Эстреллу так, как с мексиканским соусом, я такой даже не видел. Это, видимо, какая-то херня для... Для богачей. Импортная. Блять, а как... Чего? Откуда вообще идти? Тактический фотон, автоматический лазерный пистолет. Винт бафаут. Макароны с сыром, кстати. Женщина умерла с макаронами с сыром в руках. Интересно. Блин, ну это дурацкая легендарная на самом деле штука, она против гулей нормально работает, типа. Так, а это что за место вообще? Это метро. Рома Комкафон. Мне в такие моменты хочется ноуклип врубить. Или TCL, да, здесь конкретно. О, у меня против гулейка раз буст. Да ебать. Да он убежал. Найс.
Или дропнуть. Но это тоже. А у тебя рук нет. Сорян. Парарам, F5. Любой стрел вообще нет больше магазина, да? Почему это? А что, все что ли? Увидели? Апрет на алтар. Почему Fallout, он выпал в колесе? В списке игр, которые я должен пройти. Поэтому я должен пройти. К сожалению. Никуда мне не деться. Но я сюжетку как бы попытаюсь пройти. Я застрял. Вожак. Одичавший дворняк. Да, блять, я далеко. А где урон? Пиздос. Это смерть? Умри. Пис. Да ебать. Он умер. Так, нужно, нужно что-то съесть. Например, Saltberry Steak. 2 года назад еще санкции на стрелу стартанули, да? Что за санкции, например? За что? Да? А я что-то как-то не замечал даже. Весь. Вот это новости, так сказать. Что неплохого такого сделали? О, еще один труп. Знак пути свободы. Это какой-то другой квест. Good neighbor. Кукуруза, резина. Ладно, этого мне хватит. Значит, надо будет, когда буду поблизости с каким-то магазином, продать патроны, купить 44-е. А, вот, в принципе, здесь, по-моему, магазины будут. Это детектив, Someone stand you up? You trying that, what do you call it? Evasive language on me? And who are you, huh? Юморист. Valentine's new dick in training? Сарказм. Мы бы и тебя взяли на работу, но вряд ли от тебя будет большая польза. We're hiring, but I don't think you'd measure up. Don't be like that. You just got the look of someone who's in the market for a little insurance. О, это ж лохотрон, да? Отвали, не то тебе саму страховка понадобится. You better back off. Or you're the one who's gonna need insurance. What was that? I couldn't. Попытка убеждения не удалась. Валентайну это не понравилось. А почему ему не понравилось? Bloody accidents. О. Nick Valentine makes a rare visit. Мистер Пират. You're hassling his friend here with that extortion crap. Good to see you again, Nick. Hancock. What do you care? He ain't one of us. No love for your mayor, Finn. Будет Резик 3 с Глансом. Да, я видел, там что-то вроде какая-то озвучка делается или вышла. Come on, man. This is me we're talking about. Let me tell you something. Nice. Красиво. Красиво. Ты его убил. Вышло уже. Ну, может быть, когда-нибудь, кстати. Посмотрим. Вообще, сейчас же... Когда там Хэллоуин, кстати? В октябре, да? Надо хорроры играть, чуваки. Хорроры стримить. Пугаться. Да про соседство. We cobbled this little neighborhood together out of the freaks and misfits. Бу обосрался, да-да, именно так и надо. You'll see. You make enough. Неделю хорроров, например, замутить. So long as you remember who's in charge. Там вроде выходит Амнезия 20-го какого числа, да? Хорроры с вебкой. Да я не думаю, что сильно что-то поменяется. Так, ты у нас вроде как торговец. Клио. Is guaranteed to injure, maim, or kill at your discretion.
Except me. I only kill when I want to. Ты кто вообще? What are you? I'm a woman, baby. Oh, это женщина. Разумеется, просто металлические пластины, ты же робот, да, очень женственный робот. Oh, of course you are. It's just all those metal plates. You're a robot, right? A very womanly robot? Was that a pick? Попытка убеждения не удалась. I've heard better. Now, were you buying anything? Первый киргизский дропнул. Который из рот. Какое оружие у тебя есть? What kind of weapons do you have? Anything that can kill a man, I sell. Except suicidal depression. That is unfortunately not packable. Да откуда роботу знать-то про суицидальную депрессию? Let's see what you got. Давайте посмотрим. Так, что мне не нужно? Ну, обычный пистолет 100 пудов не нужен. Это, наверное, стоит оставить. Это не нужно. Это не нужно. Мушкет точно не нужен. Привет, Дукалис. Миниган. Блин, он весит 27. В пизду его, наверное, да? Вот гладкоствольный карабин наркоманский тоже нахер не нужен. Мина точно не нужна. Вот пистолет Килога мне нужны 44. Она продает интерес? Вот яростный тоже это хуйня полнейшая. А у нее даже нет 44-х. А где 44-й тогда взять для пистолета Килога? Или я слепой не вижу, чуваки? 45-й вот вижу. У него просто нет столько крышек, да, я так понимаю. Да, теперь есть. Ой, я что-то продал случайно не то. Ситуация карабин. Яр принять. Пришел, значит, можно ролить. Сейчас за ролем. Я просто после ролла уже оффать буду. Сегодня хватит на первый раз. А завтра, ну или когда там получится. Ну, постараюсь завтра, да, завести с апдей. Потому что нормально стрим будет. Блин, а у кого патрон тогда взять? Может, у тебя? Very polite. You let me know if anything catches your fancy. А у них же какой-то, по-моему, конфликт с этим, у Дейзи с этим Клеем, да? Или нет? Sure. Let's take a look. Everything's guaranteed to last. Until it doesn't. А диктол у него есть, что есть? Привет, Лимп. Не, у него тоже нет 44-х. Тут же, по-моему, крафтить можно патроны или нет? Или в этой части нельзя? Старый Капитолий. Ладно, пойдем с кем-то поговорим. Стример на отдыхе был, да. Ездил на Канары. Все именно так и было. Капитан Космос. Outer World, кстати, вроде выходит в этом. В Steam скоро. Мистер Валентайн, I thought you had forgotten about little old me. May have walked out of the den, Irma, but I'd never walk out on you. Amari's downstairs, you big flirt. Here for Amari. She's downstairs. А может, я лучше к вам в гости? Hey, Irma.
Whatever you and Nick are up to, I don't need to know. Just don't let the big metal softy hurt himself, all right? All right. Так, а где здесь спуск вниз? А, слева. Dr. Amari? Yes, I take it this isn't a social call. Блять, он меня толкнул. Давай ты, Ник. Yours, Nick. Да, пусть Валентайн объяснит. It's not gonna be easy. The perp. Kellogg is already cold on the floor. Are you two mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse, you don't realize that the memory simulators require intact, living brains to function. Ник сказал, что большой спец, мне сразу стало ясно, что мы здесь только время потеряли. Some expert you are. I knew this was a waste of time. This dead brain had inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. Fine. I'll take a look. But no guarantees. Do you have it with you? Дайте сарказм, ёбню. Could you say that like Dr. Frankenstein? Доркер... Доктор... Доркер... Франкенштейн. No, I will not. Now, do you have it? Вот все, что мне удалось извлечь. What's this? This isn't a brain. This is. Это. That's the hippocampus. Ты говоришь зародыш, блядь. And this thing attached to it? A neural interface? Ah, those circuits look awfully familiar. I'm not surprised. From what I've seen, all institute technology has a similar architecture. Ник Синт старая модель. Он сможет включиться к этой штуке? Ник Синт older model since. Is he compatible? That's exactly what I was thinking. If we are lucky, it should hook right in. But even if this works, Mr. Valentine would be taking on a tremendous amount of risk. Прямо отключить к мозгу непонятную микросхему. Don't worry about me, Amari. Let's do it. Не, если он сам не боится, то мне-то что? Спасибо большое, да? This, Nick. You can thank me when we found your son. All right. Let's do this. Whenever you're ready, Mr. Valentine. Я ещё не помню, что мы сюда Ника тащили. Воруем. Let's see here. Так, стимпаки. I need you to keep talking to me, Mr. Valentine. Any slight change in your cognitive functions could be dire. Are you feeling any different? There's a lot of flashes. Static. Я помню, потому что с собой Пайпер таскал в основном. The mnemonic impressions are закодированы. It appears the institute has one last failsafe. There's a lock on the memories in the implant. Должен быть какой-то способ обойти защиту. Have a way past this, Doc. Let me think. The encryption is too strong for a single mind. But what if we use two? We load both you and Mr. Valentine into the memory loungers. Run your cognitive functions in parallel. He'll act as a host, while your consciousness drives through whatever memories we can find. И что я могу там увидеть? Есть идея? I have no clue. But considering we only have a single piece of the medial temporal lobe and not the whole brain, I doubt it'll be cohesive. Говорит, что нихера мы, возможно, там не найдем. Дорогу, год. Спасибо большое за 3-4 месяца подряд. Спасибо большое. Дорогу. Хорошо, давайте начнем. Just sit down over there and keep your fingers crossed. Сесть в капсулу воспоминаний. Как здоровье? Получше, да, вроде. Ну, не до конца еще восстановился, но нормально. Думаю. Надеюсь, что на этой неделе до конца выздоровею. Вот, решил постримить немного. Начать. Все равно возвращаться как-то надо было. Как пёсель? Да пёсель-то чё? Yes. Пёсель-то как раз-таки не болел, считайте. Собаки-то не болеют. Так. Давайте в капсулу садиться. Короче, сейчас начнется, засейвлюсь.
Хотя надо было, наверное, сейчас лучше засейвиться. Что-то я не подумал об этом. Ну ладно. Чтобы потом начать как раз с этого момента. Так и чё? Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Mnemonic activity coming from the transplant. It's degenerated, but it's there. We're going to load you into the strongest memories we can find. They might not be stable. Just hold on. Удачи, Конго. Can you hear me? Ah, good. The simulation appears to be working, although the memories are quite fragmentary. Куба здесь будет, здесь вроде будет хуже. And hope we find one that gives us some clue to the institute's location. Я насколько помню, мне настолько этот кусок не понравился игры, что я запомнил его. Ладно, давайте тогда я зацелю здесь. Я ведь могу. За ролем игры на Subday. И на сегодня, наверное, хватит. Выглядит как кал какой-то. Выглядит как гениальная идея беседки по интересному сюжету, да, по разработке. Так, мне нужен список игр на Subday. Сейчас, чуваки. Список игр на Subday. Пожалуйста, пожалуйста. Так, хорошо. Есть ли у нас здесь повторы? Есть ли у нас здесь повторы? Ладно, давайте я вставлю список и там посмотрим потом. Так, захват окна. Пейст-лист. Давайте смотреть, есть ли здесь повторы. Это вот как-то криво записалось. Я не знаю, кто это, кто заказывал Готику 2. Так, Керрион точно повтор. Керрион в начале есть. Это ты заказал? У тебя есть Dragon Age, Аксен. Перезаказывал с Dragon Age. Да, я убираю Dragon Age. Окей. Так, хорошо. Вроде нет повторов, да? Все на месте. Ты перезаказывал? Да? Ты Genshin Impact заказал. Значит, тогда Little Witch Nobeta надо убрать. Он не видел, да. У Айси, по-моему, вот я вижу Crysis 2. Надо удалить тогда. Предыдущий заказ. Obscure. Все тогда получается. Ну, наверное, да. Давайте рулить. Что нам выпадает? Первой игрой нам выпадает Genshin Impact. Ошибись. Это аниме-хуйня Зельда, которую надо качать отдельным клиентом, да? И надо отдельный аккаунт делать, окей. Это была первая игра. Вторая игра Alice Madness Returns. А я играл, чуваки, в нее, нет? По-моему, я в нее играл, не? Опять, где она? Или я в другую играл? Играл же? Именно в эту часть? Или я в обе играл? Ну, это рерол тогда. Тогда рерол. Spec Ops тоже играл, чуваки. Spec Ops проходил. Тоже рерол.
Dauntless. А Dauntless — это же мультиплеерная хуйня какая-то, нет, Год? Год, ты был в чате, я видел тебя. Нет? Она, а это фри-то-плейное что-то такое? Че это такое вообще? В него можно будет поиграть на сабдее нормально? Не, как Monster Hunter. Ну ладно, я-то посмотрю. Ну то есть ее надо будет обязательно покупать, да? Потом рефандить. Она может не скачаться там. Не, ну я поставлю сегодня. Free-to-play. Ладно, если она есть в Steam, ее можно спокойно скачать, окей тогда, без проблем. Вторая игра, Dauntless. Замечательно. Она в EGS? Ладно, не важно. Other Side. Other Side, третья игра. Ой, подождите. Мне криво скопировалось. Тоже, по-моему, EGS, да? Kingdom Come Deliverance. Блять, эта игра выпадает уже не первый раз на сабде, если что. А, Genshin Impact, кстати, два раза. От Сули. Ну ладно. Kingdom Come Deliverance. Я вот сейчас заметил, оказывается. Я заебался уже эта игра, блять. Она просто у меня не работала на старом компе. Точнее, работала, но хуёво, чуваки. Так, пятая игра. Пятая игра — это... Чё? Кринжовый смехлыст. У меня нет смехлыста. Я не хочу покупать смехлыст ради одной игры. Тут-то часа. И потом собирать народ на сабде. Не хочу. Рерол. Hand of Fate 2. Hand of Fate 2. И запасная игра. Запасная игра. Запасная игра — это Yakuza Zero. Это для нее, да, есть перевод как раз. Блять, а где она? Запасная игра Yakuza Zero. Собственно говоря, Genshin Impact, Dauntless, Other Side, Kingdom Come Deliverance, Hand of Fate 2 и запасная Yakuza Zero, чуваки. Спасибо большое всем, кто заказывал игры. Я... Наверное, могу обнулить список, в принципе. Его можете заказывать на следующий сабдей игры. Чуваки, сегодня такой коротенький стримец. Я буду возвращаться в струю, так сказать, стриминга. Болел, сами понимаете, не было 10 дней мне почти. Поэтому, да, надо... Ну, я себя еще не очень хорошо чувствую, чтобы сидеть по... 4-5 часов. Поэтому да. Вот как раз завтра. Завтра постараюсь сабдей провести. Постараюсь провести сабдей. Поэтому приходите на сабдей завтра, кого интересует. Ну, если все окей будет, если вдруг мне хуже не станет, то тогда завтра сабдей, да. Как раз завтра выходные. Нормально, можно будет посидеть. Да. Спасибо еще раз всем, кто сегодня сабался, ресабался. Спасибо огромное за донат, спасибо огромное, чуваки, за поддержку. Спасибо большое, Максик, за подарочные подписки, за огромное количество. Спасибо, чуваки, да. Буду стараться возвращаться и стримить нормальное количество времени. Увидимся тогда завтра, чуваки. Опять же, на сабдей. А потом, ну, надо будет Fallout 4 проходить. Может быть, как-нибудь там сюжетку за спидранием, а там посмотрим. Потому что Fallout 4, чуваки, что-то как-то... Ну, сами понимаете, не очень. Мне это как-то не очень заходит. Не знаю, как на стриме, как вам, но такое. Ну ладно тогда, спасибо еще раз, что заходили. Было приятно вернуться, пообщаться с вами. Тогда до завтра давайте. Встретимся завтра. Пока, чуваки.